13 команд школьников со всей Украины встретились сегодня в Одессе на квесте «Be Smart». Участники Олимпиады по математике смогли испытать свои силы в гуманитарной сфере. Больше знает Анна Полякова. Талантливы во всем. Участники квеста безоговорочно сильны в математике. Это они подтвердили на профильной олимпиаде. А вот в Одессе для них приготовили сюрприз – задание с гуманитарным уклоном. Но группа поддержки нас заверила – ребята многогранные и обладают знаниями во всех сферах. Девочка, которая с нами приехала одна, она пишет мановскую работу по украинскому языку. Причем довольно успешно, у нее скоро третий тур. В каждой команде по 6 учеников 10-11 классов. В своих силах уверены и настроены решительно. На самом деле у нас очень серьезная подготовка, и это не просто школьная программа, и поэтому много готовимся к этим мероприятиям, но у нас уже у всех почти очень большой опыт, поэтому уже не волнуемся и чувствуем себя уверенно. Мероприятие прошло под эгидой Be Smart. Эта платформа помогает школьникам подготовиться к ВНО. Проект работает уже год, и активные пользователи получили во время независимого оценивания результаты на 20 баллов выше среднего уровня. Мы, взрослые, должны делать все, чтобы вам было легче. Мы должны делать все, чтобы вы были больше успешными. Вы 100% того варты. Отметим, программа Be Smart бесплатна и открыта для всех желающих. Анна Полякова, Евгений Ячменцев, 7 канал.